Привет, народ! Сегодня мы продолжаем игру за нашего совершенного персонажа. День 16. Электричество пока еще есть, но уже скоро отключат. Надо что-то перекусить. Надо перекусить. Мы хотим спать. Ладно, если мы хотим спать, тогда будем спать. Иначе смысл трубиться еще. Так. Книгу по строительству бы найти, конечно, по-хорошему. По-хорошему-то надо найти, иначе жопа. Иначе будет нехорошо. Так. Коробка гвоздей. Конечно, есть еще здесь кое-какие запасы. О, семена, кстати. Мешок компоста, лейка. Удобно, практично. Но нужна будет книга по строительству. Нам нужно будет огородить огород. Ну, да, каламбурчик небольшой. Но огородить его все равно надо будет, потому что иначе зомби затопчут или еще что-нибудь произойдет. На улице погода, конечно, полное дерьмо. Колебания мощности, блядь. Так. Ну ладно, посидим, почитаем пока книжку. Что еще делать? Кинем, чтоб с собой не носить. Так, ладно, что у меня с собой есть что-нибудь? С собой есть что-нибудь, конечно. Это, конечно, хорошо. Пускай будет. Это мы сюда положим, это тоже сюда положим, чтобы с собой не таскать. Угу. Да, бритву, кстати, было бы неплохо найти, а то он уже борода какая богатая, блядь, отросла. Так. Так, канистра. Канистра, это хорошо. Здесь у нас есть что-нибудь такое? Нет. Такого ничего нет. Так, сейчас мы отнесем. Что у нас здесь? Еда. Еда. Полная эта еда. Отлично. А
Значит, без еды не останемся. Консервы. Это хорошо. Консервы это надолго. На зиму будут. Так. Где там? Ставить. Вот так вот. И надо перекусить. Нам, кстати, что на первом этаже из еды есть. Тоже батончики какие-нибудь, если есть, которые свежие, еще не пропавшие. Ну, которые могут попасть, в смысле. Так, автомеханика. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Да, в принципе, нет ничего. А вот это можно съесть. Угу. О, а чего у вас так много здесь? А? Люди. Люди, человеки. У вас чего так много-то? Хотя, в принципе, мы сейчас приближаемся к пиковой популяции. Сейчас она чуть ли не из воздуха спавнится будет. Вот так-то. Часики мы заберем. Тебе они все равно не пригодятся. Бета-блокаторы заберем, конечно же. Так. Так, пошариться, поискать книгу. Мне нужна книга строительства 3. Строительство 3. Здесь я забыл этот. Нет. Блин. Сейчас возьмем в руки пожарный топор. Будет повеселее. Будем шариться. Пока не найдем книгу по строительству. Да потому что я не хочу, блять, а если я буду строить, это будет просто не в коня корм. Если я буду строить без книги, без прочитанной. Я заманаюсь качать. Сука. Ах ты, блядь. Ой, вы тут же. Тут как тут. Это мы заберем. У нас там двое. Еще часы. Так, карту с заметками заберем. Прочитаем. Надо будет их переименовать. Так проще раз. Ого! Ого! Ого, у вас там. А че у вас так много-то, блять, здесь? А, ну да, мне ж не было в этой зоне столько, пару дней не было. Они переспавнились все, блядь. Так. Нету. Окружать меня.
городе. Уроды, блядь. Что захотели? Места свежего захотели. Ну идите сюда. Придут опять. Ну давай. Давай, 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 давай. Так, все. Дальше, ну давайте по одному. Выживальщика бы найти с этим, с рюкзаком. Так. Ну что, кто здесь есть? Что здесь есть? О, еда. Да. Испорченная. Сука. Ну, чипсы заберем. Нет, не нужно. Так, винтовку забрали. Оружейный кейс. Ну ладно, отнесем это дело обратно, вернемся, потому что и так уже очень тяжелый груз.
Конечно, лучше было бы на машине кататься. Машина, во-первых, громкая. А во-вторых, надо оттуда все вытаскивать. Ну, вообще этим заняться. В первую очередь надо найти, конечно, книгу. Надо найти книгу. Мне как агент 47 из этого. Господи, Hitman Blood Money. Где он... Где там можно было это... Оружие приобретать и носить с собой. Там обновлять и носить с собой. На задание. Так. Более насущный вопрос. Более насущный вопрос. Блять, надо разобрать это все дело. А че у меня по патронам бандовика? 5. Все? Кстати, в машине есть что-нибудь. И чё, у меня там ключ, что ли, внутри? Нет, а чё фарты? Так, коробка патронов. Нет, нету. А здесь чё? Ни хрена нету. Ага, значит, мы сейчас... Без... По сути, без этого. Без патрона. На обрез. Ну и чё? Да, вот так вот ставим. Смысл нам с собой это таскать, правильно? Вес занимает, ну, место занимает. Так, это разберем. И это разберем. Сейчас скинем все это дело. Хорошо. А, вот еще 24 патрона. Ну, тоже, блин, этого не хватит надолго стреливаться. Нужно как минимум сотку с собой иметь. По-хорошему. Если хочешь отстреливаться в городе. Потому что их реально до жопы зомби в городе. Так, нож скинем сюда. В руки топор. Ладно, погнали опять. Может быть, повезет. Найдем книгу. Или не повезет. Джакеи это Джакеи. Жакеи. А, они вроде как редкие NPC, там что-то около 1 на 500 или 1 на 1000. Но их так часто встречаю, что они как бы не особо похожи на редких. Не, ну они, конечно, реже встречают, чем там другие. Всё. Ну чё, мудаки, идите сюда. Чё, говно, будешь пиздиться, да или да? Ах ты,
Чему, блять? На! Чё, обратно перепрыгнуть? Ну пиздец. Чё это за бег с препятствиями? Ну давай еще раз. Ой, сорян. Сорян, но ты умер, да. Жаль. Шучу, не жаль. Что там, что здесь у нас? Да. Ух, хорошо, когда топором ебашишь просто на раз-два всех. Ух, замечательно. Ну чё, псы, идите сюда. На. 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 Ну давайте. Так, вот это у нас. Обязательно это вам надо ломать с ранелку. Нет бы обойти и выйти как нормальный человек. Только ломать и могут. Да. И никакой книги нету нормальной. Жаль. Очень жаль. Так, а я здесь походу был. Возможно, возможно, что я здесь и был. Так. Ну, пока-то это соберем. Снотворное. Это пока не надо. Так, амриту там нет? Нет, нету. Это уже пропавшая, да? Да, пропавшая. Крышка для банки, банка забираем. Шоколад забираем. Да нет, вот электричество еще работает, да? Да, работает. Электричество пока еще работает, то показалось, что кому-то не растаивает этот. Ну, продукты начинают оттаивать. Сука, как вы заебали. Топ только знал.
Упс. Походу кто-то сзади залез. Ну, кто еще, блядь? Суки. Что захотели? Без штанов меня поймать, да? И тут нет. Да ебаный хуй. Ёб твою мать. Чё у вас так много-то? Ну, давайте. Сломался. Сколько я восстановлю, если попытаюсь починить? 65? Ну и ладно. Вот так вот. Блин, устал. Блять. Я только сейчас осознал, что мне нужно канистры наполнить бензином. Пока электричество не отрубили. Потому что электричество, когда отрубится, блять, я не смогу без генератора его это. Включите бензоколонку с генератора. Так, это мы поставим сейчас. Берем еще одну.
Нужен второй генератор. Нужен второй генератор. Так, вот, генератор есть здесь. Переходил, ну, можно еще здесь посмотреть, конечно. Так. Серьезно, еще не хватает места на одну доску, что ли? Давай. Так, это мы разобрали, сейчас мы все это дело скинем в эту коробку. Тоже разберем. Так. Теперь. Сюда оружие будем складывать. Так, патроны, патроны. Винтовка. Склок, он приклад. А че это? Нифига их там пасется. Но пока они меня не видели. О-хо-хо-хо-хо. Так, это тоже сейчас. А, вот они, блядь, коробки там с картечами. Вот они. Так, это мы сюда закинем. Дробовик сюда, ремень для винтовки сюда. Вот так вот.
Фольга. Батарейка. Лампочка. Вот это все собрать. Что мы сейчас переложим сюда. Что хорошо, когда разбираешь еще часы, это же не только, собственно, повышение навыка электроники минимальное, ну как бы какой есть, да, чтобы прокачивать, но это еще и, собственно, электронные запчасти. Электронными запчастями можно чинить генератор, а генератор, он как бы имеет свойство долго не жить, так скажем. Так. Так, надо разобраться с этими ёбками. Потому что они нам потом покоя не дадут. Давайте. Блять, а у меня же сон. Сонливость. Ладно. Тогда отложим на следующий день. Потому что лучше поспать. Новый день, новые приключения. Погнали. Как-то так. То, блядь, что-то вы близко к моему дому подобрались. Это разберем тему. А теперь сложим. Вот так вот. Так, у нас есть что-нибудь? Чипсы. Сейчас он весит.
Так, на вас двоих убрать. Так. Че, покатимся, наверное? Надо заправить машину. Возможно, это последний раз. У нас можно заправить машину. Блядь, где у меня тут бак? Ой, надоело. В челюсть. Блядь, и собрал всех зомби в округе. Потому что замок машина завелась. Ну давай. Вот такие, блядь. Уроды. И все собрались. Да чтоб у вас. Стоило только ненадолго отставить дом, базу свою. И все, и они заново расселились, уроды. Все? Все? О, капот это пизда. И шине пизда. Так, а с какой стороны бензобак? О! Звук. Слышали? Походу я не успел заправить. Походу, я не успел заправить. Все. Понятно. Значит, нужен второй генератор. Ставить его сюда. Включать. Блять. Надо свой включить. Потому что у меня там всегда попадет в холодильник.
Сейчас он будет их приманивать. А что сделаешь, блядь? Надо капот, кстати, починить. Ничего интересного. Иди сюда. Так. Да, все так это все не по плану. В 26-й день у меня ни фермы, ни хрена, электричество отрубили уже. Сторон долбились. Так, книги. Порадуй меня. Нет, не порадовал. Вот, сука. Канистру заберем. Хуя, прям перед носом закрыл. Отличная кладовка.
Так. Ну, привет. Так, ну хорошо, мыло заберем. Мыло пригодится. Мыло пригодится. Немножко помыться. И чё, блядь, ни одной книги в доме, что ли, нет? Зато две ванных. Да. Какая-то хуйня. Хоть журнал почитаю. Ёб твою мать. Внезапно. Прочитали. Здесь ничего нет. Жаль. Да, действительно жаль. Ну что, книгу... Книгу по строительству мы не нашли. Электричество отрубили. Фермы у меня нет. Но я думаю, еды-то хватит на первое время. В всяком случае, консервы есть. Но, да. Надо строиться, надо строиться, надо ферма. Нужно прокачивать строительство, нужно искать книгу. Но это уже до следующего раза, я думаю. На сегодня, я думаю, все. Всем спасибо. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующем видео. Пока.